Hello everyone. Hey! Да, я на русском, можно, а то что-то как-то этот. Я понимаю, что тут все пьют пиво, пинаколаду. Хочется слушать волчицу Олега Винника, а не что-то про JavaScript. Я попробую вас развлечь и немножко educated частью выступить тоже. Меня зовут Александр Хохлов, я фаундер проекта Nodes.io. И организаторы просили рассказать про хайп, предыдущие выступающие, и немножко про свой. И еще просили интерактив. Так вот, интерактив. Поднимите руки, кто тут программист и пишет код примерно вот такого формата. Есть такие? Я. Вот, да. Или вот такого. Вот очевидно все. Ну вот. Или вот такого, тут надпись «Овощи и фрукты». Вот, я тоже такие комментарии к коду пишу обязательно. Так вот, за всю мою карьеру хочется, чтобы такой документации к коду было поменьше, и поэтому я подумал и решил в корне поменять ситуацию и начать проект, который называется Nodes.io. И сделать как бы подход к документации через такие маленькие небольшие желтые наклеечки, которые вы клеите обычно на холодильник с комментарием жене «пожалуйста, купи молока». Вот хочется примерно такого только наклеить на функцию, на строчку, на ветку, да на что угодно. И плюс еще, чтобы быстро потом из кода получить доступ к этой желтой наклеечке. И самое главное, чтобы система мне сказала: «чувак, там код так столько менялся, что эта желтая наклеечка уже вообще не актуальна, и нужно пересмотреть то, что на ней написано». Немного про себя, буквально 2 минуты. Это не я. Я начинал даже еще раньше, чем, может, кто-то знает этот экранчик, да? Я начинал, на самом деле, еще раньше, с отладки алертами в E5.5. Это уже было после, это уже он… тестер, уже можно было если тесты посмотреть. Вот, но закончилось все примерно вот таким кодом где-то пару лет назад. Так сложилось случайно, что проект, в котором я работал, это был стартап, и он очень был динамичный, и CEO мне мог позвонить в любой момент дня и ночи и сказать: «Point, надо все переделать». И поэтому вот получался вот такой код для того, чтобы SEO был доволен и кастомеры платили деньги. Ну и, конечно, получалось не очень. Вот. И когда я переходил со стартапа, на который я работал, в свой собственный стартап, к фронтенду, накопилось очень большое количество пожеланий, чтобы это все дело работало. Чтобы это было SPA, чтобы вся страница работала реактивно, чтобы можно было делать шаринг кода, чтобы код был и на бэкэнде, и как можно больше его пересекалось на фронтенде, чтобы работал сервер-сайт рендеринг, чтобы была возможная поддержка Progressive Web Apps, передавались данные через веб-сокеты, состояние в браузере, чтобы когда ты нажимал Commander, все работало правильно, как надо, состояние сохранялось. Все говорят: «Кложа, что это такое?» «Это Lisp». Ну, скобочки. Много скобочек. Еще больше скобочек. Но на самом деле скобочек не так уж и много, и по факту через несколько лет использования этого языка работать с ними на самом деле очень просто, легко, и ничего в этом такого нету. И их не больше, чем какой-нибудь JavaScript. Из того, что очень сильно зашло и того, что очень сильно понравилось, это путь, который пропагандирует Clojure сообщество. Они утверждают, что мы не будем использовать большие фреймворки, которые предоставляют сразу очень много функциональности, возможностей. Привет, React. А будем использовать библиотечки маленькие, которые решают одну конкретную проблему, но решают ее хорошо. И от разработчика или от команды зависит, использовать эту библиотеку или нет, или использовать какую-то другую.
Ну, собственно, libraries over frameworks. Например, захотели мы шаблончики. Ну, все хотят шаблончики, это же все-таки фронт-энд, да и бэк-энд тоже, все хотят шаблончики. В языке, в экосистеме, вернее, есть хорошая библиотека, которая называется Hiccup. Шаблон не представляется просто структурой данных. На самом деле это просто вектор, массив специально, из специальных элементов, и с этим массивом можно делать что угодно встроенными функциями языка. Можно передавать, обновлять, расширять, уменьшать, как угодно с ним работать. Например, здесь на этом скриншотике изображено просто страница с хедом из боди, в котором в Divi написано templating. Вот, собственно, это и все. Знать ничего больше не нужно. Вот такой простой синтаксис. Работает везде, и на бэкэнде, и на фронтенде, что очень заманчиво. Или, например, ну да, вот так работает. Или, например, React говорит нам, ребята, нужен Virtual DOM, никак иначе. На самом деле не так он часто и нужен, и не всегда он нужен. Если мы хотим сделать декларативное изменение DOM-дерева новыми данными, можно просто использовать библиотеку MorphDOM. Это, кстати, JavaScript-овая библиотека, и прочитать ее несложно. Тут всего лишь 700 строчек кода. Она делает самую простую вещь, которую можно себе представить. Дом дерева, новые представления дом дерева и сравнивает. Если нужно что-то поменять, меняет. Если не нужно менять, оставляет как есть. Работает очень хорошо. Еще нам хорошо бы где-то в браузере хранить состояние, не разбирать по компонентам, по кускам кода, а чтобы оно было в одном месте, чтобы можно было легко увидеть это, легко отдебажить, если нужно. И даже для этого в Clojure есть это встроенные средства. Называется Clojure Atom. Это такая, буквально это большая мутабельная переменная, mutable variable, которая хранит просто данные. Но это могло бы все просто как бы звучать и как бы зачем это надо. Но у нее есть одна классная очень штука. Можно, собственно, вот так вот она объявляется. И хранит внутри хэшмэп из двух ключей A, B со значением 3. Одна очень классная штука у этой штуки есть. Называется вотчеры. Можно сказать, что… Эй. Когда что-то в этой переменной меняется, мы хотим вызвать обработчик события и что-то сделать, там, кому-то отправить сообщение или что-то еще. Выглядит это примерно так. Добавляем watcher, который говорит, старое значение атома поменялось, старое состояние такое, новость такое. Вызвать это обновление можно вот этой строчкой кода, которая просто инкрементирует значение по пути A, B, A, B. А для чего это нужно? А для того, да, елки-палки. Для того, чтобы не было вот такого. Это я буквально пару дней назад домены обновлял. Говорят, что expiring 1, но no records found. Вот не годится так. Ай-яй-яй. Что ж так много. И один недостающий элемент здесь. Как нам из вот тех обработчиков события передать надежно новые значения состояния? Для этого тоже используем стандартную библиотечку из Clojure и Clojure Script. Она работает везде, и на бэкэнде, и на фронтенде одинаково. Которая называется CoreAsync. Это просто Go-рутины, портированные из Go библиотекой, не средствами языка, а просто библиотекой в Clojure и в Clojure Script. Хочешь — используй, хочешь — не используй. Такая же CoreAsync библиотека работает на бэкэнде, который шлет асинхронные сообщения, обновления, уведомления в браузер и обновляет стейт. Звучит сложно, но на самом деле ничего сложного нету. На самом деле, ну вот когда оно работает, оно вот примерно такая реакция. Живое демо живого проекта. Нам нужно обновить логотип на проекте. Для этого мы выбираем файлик,
с новым логотипом. Нажимаем Save, и без перезагрузки страницы здесь логотип тоже обновляется. Это компонентик, который слушает просто новые данные, которые приходят в стейт, который хранится в браузере. Чуть подробнее. Вот стейт, который хранится в браузере. Логотип у нас белый, он white logo написано. Вот так примерно выглядит база данных в браузере на самом-то деле. Вот тот Clojure Atom, на который можно реактивно подписаться и все дела. По веб-сокетам присылаются новые данные. И происходит обновление в этом атоме, который находится в браузере. Приходит black logo. Новые данные, ура, надо обновить все. Какие бы компоненты не были подписаны на это состояние. Вот, собственно, весь код, который отвечает и меняет логотипчик. Мы слушаем изменения, и если изменения пришли, мы заново отображаем шаблон с новыми данными и через вот ту библиотеку Morph, про которую я вам рассказывал, говорим, что мы хотим, вот он, какие бы у нас ни были новые данные, мы просто хотим обновить тот компонент, который показывает логотип, и все. Нам не важно, как он работает, мы просто хотим обновить. Вот, собственно, так это оно и работает. Выбрали, загрузили, пришли новые данные. Оп, обновилось. Мой месседж какой? Не нужно гоняться за хайп-трейном. Если вам нужно какие-то мелкие части выбрать из существующих больших технологий вроде React или Angular или кого-то еще, можно просто посмотреть, что они предлагают, и взять оттуда идеи, имплементировать у себя и получить поддерживаемый и контролируемый код, который не зависит от каких-то внешних вендоров и который подвластен только вам. Спасибо.